Дорогие друзья, когда я дарила вам армянские скоропомощники, я коснулась мелком этого духа защитника и дала вам один скоропомощник, связанный с ним. Йот Тевани, что в переводе означает «семикрылый». В армянской теологии есть некий безликий дух, Семикрылый, который приходил на помощь людям в самые отчаянные минуты. Ну, например, как моя прабабушка рассказывала, э, они как-то в молодости возили с моим дедом продукты вот в эти тяжелые годы, послевоенные, и на полпути... Повозка остановилась в глухом лесу ночь. Вылетело колесо. И дед мой начал чинить. Но тогда не было сотовой связи и всего такого. И с леса начали раздаваться вой волков. Лошади начали пугаться. Естественно, они запаниковали. И бабушка моя тоже запаниковала, потому что не знала, что делать, куда деться, куда они убегут. Колеса нет. Собственно говоря, он пока починит, починит или нет. Еще большой вопрос, сколько часов. Это дело нескольких минут. Безоружные люди, мирные, да. И она начала, ну, как бы просить вот именно этого духа. Это я слышала этот рассказ от моей бабушки. Это касается моей прабабушки. И она с моим прадедом так застряли посреди ночи. И она начала просить, молить и просить ее Тайваны, то есть семикрылый, приди к нам на помощь. И в этот момент, через некоторое время, ну так, полчаса где-то так, Непонятно откуда, объявились люди, которые, ну, очень редко вообще по этой дороге ездил кто-то. Объявились, сказали, что э, они, та дорога, по которой они проезжали, засыпала камнями. Камнепады часто бывают в горах. И, мол, они решили повернуть в обратную сторону, посреди ночи эти камни никто разбирать не будет. Повернули и другой дорогой пошли. То есть их вернули с этой дороги и повернули к другой дороге, где стояли мои предки. <laughs> Не, так и есть. И они помогли моему деду и вместе эту дорогу прошли. Про явление этого хранителя духа Йоты Вани очень много и записей, и много различных вариантов, как его призывали и просили. Я хочу вам подарить на основе вот э, по крупицам собранной информации, как примерно его призывали, что там говорили. Вот именно чисто конкретно таких заговоров, призывов нет, но там сказано, что называли определенные слова, э, заклинали определенными силами. Вот в разных э, летописях это сказано по-разному. И собрав это все воедино, я создала этот заговор. Хочу вам сказать, что сегодня у нас есть и подписчица Ашхен. Она написала йот Тевани, и помог сдать экзамен, хотя было очень непросто. И словно все пошло как надо. Там всего лишь скоропомощник. А сейчас я хочу вам подарить заговор. Очень сильный заговор йот Тевани. Вы знаете, некоторые удивляются, почему силы одаривает меня, любит меня, да, правда, но ну, это может быть без лишней скромности, это реально так. Во-первых, начнем с того, что я, правда, руб, я никогда ради кого-либо не буду говорить то, что нет, чего, что я не думаю, что я не вижу, не считаю. Во-вторых, представьте за столько лет своих работ, 20 лет я к этому шла, давайте посчитаем, что из этих 20 лет, 11 лет с лишним у меня... Ну, почти 11 лет, да, я, я в соцсетях. Из них, может быть, 7 лет, нет, не 7 лет больше, извиняюсь, 9 лет с чем-то, да. У меня есть канал в Ютубе, где-то так. И причем я долгое время отсутствовала, у меня были в жизни моменты, потом опять возвращалась. Ну, из них, ладно, опять же, скинем. Где-то 6 лет я активно в Ютубе. Вы знаете, я э, говорила, я пришла в Ютуб для того, чтобы показать свои работы. Во-первых, помочь людям. Во-вторых, чтобы пресечь. Я помогала людям. Я в Одноклассниках очень много текстов своих выставляла. Чтобы прекратить это воровство моих работ. Я подумала, что чем больше народу меня узнает, тем меньше будет шансов красть мои работы, мои фотографии. Но я... Предположить не могла, что я стану столь известный человек, если честно. Я простой человек, невзирая на, на то, что у меня вот действительно многие люди знают и столько. Ну, наверное, больше, чем мои работы, ни у кого нет. Но наряду с этим всем я реально очень простой человек. Может, это и не очень хорошо, может, и хорошо. Не могу сказать, время покажет. Но, по крайней мере, я не считаю, что это неправильно. И вот смотрите за вот всю мою биографию, да, всю, всю мою деятельность, сколько древних сил я вернула к жизни, возродила их культы, напомнила людям о них, сказала, что они существовали, как к ним обращать. Ведь каждое обращение это энергия им отдаете, понимаете, вы их, вы их просто возвращаете из этих дебри хаоса, эти забытые боги, забытые силы, забытые духи. Забытые сущности, вы их просите, благодарите, вы им дарите. Вот представьте, столько тысяч человек, например, тот же дух черед. Сколько тысяч человек начали к нему обращаться, и он начал им помогать. Их это радость, их питает же дух, эгрегор, сила духа, как я и объясняла. Вот как силам не покровительствовать мне, не любить меня, не дорожить мне, мной? Не защищать меня, не отдаривать меня. Как им этого не делать, если я возродила их культ, если я привела, то есть людей привела к ним, если я вытащила из хаоса их имена, их значения, да и обогатила их эгрегор. Они начали помогать людям, а люди начали отдавать взамен энергии добротой, радостью, откупами. Вот как они могут мне не быть благодарны? Вы поймите, в конце концов, вам кажется, что мне просто везет, потому что, как некоторые, за что я такие дары, когда есть более достойные люди, например, мы, пишут люди, которых никто не знает, которые никому кусок хлеба не дали. Они говорят, мы же более достойны. Так докажи, что ты более достойна. Кто тебе мешает? Неудивительно. Вот сегодня я хочу еще раз более подробно сказать об этом духе, уже сказала, и дать вам заговор на армянском языке, основан на вот таких вот древних знаниях именно армянской магии. В трудную минуту, когда вам кажется, что выхода нет, в любую трудную минуту, что бы у вас ни случилось, на улице стоите в морозе. нет машин, ничего нету, боитесь замерзнуть, рядом лес темно. Чувствуйте за собой, за, за спиной шаги. Но если есть другие, более быстрые заговоры, я уже говорила вам, да? Кто бы ты ни был, помоги, и тебе сочтется. Вот скажу еще раз. Это обязательно сразу срабатывает. Йод Тевани. Боитесь, что вас уволят вот сейчас. Боитесь, что с вами придут сейчас разбираться, боитесь, что вас вызовут на ковер, боитесь ночью одна оставаться дома страшно, вызовите его. Как откупаться от него? <coughs> Вы знаете, откупаться вообще от этого духа, оно принято таким образом, делать кому-то добро. Ну вот бабушка моя, например, раздала вещи бедной семье потому что он их выручил в такое время, раздала. Вот вы, почему я говорю, откупайтесь, там, кормите собак, кошек, кому-то помогите, делайте добро. Вы делаете добро, человек радуется. У этого человека энергия радости, счастья. Эта энергия радости, счастья питает духа, Потому что вы же ради него это делаете, вы же для него, то есть откупаетесь за его добро, да, значит это в его копилку идет. Тухи тоже себе зарабатывают бонусы, грубо говоря, перед Вселенным. Сколько они хорошего сделали, они через тысячелетия, века, ну, как бы, знаете, вот так, грубо говоря, на повышение квалификации подают заявку. Все, что у людей есть, это все не просто так с воздуха взято. Та же самая иерархия людей, кто вели, кто могучий, кто так себе, да, кто поднимается по карьерной лестнице, кто остается. Точно так же в тонком мире за определенные заслуги у духов, значит, через тысячелетия повышается сила и эгрегор пополняется они больше получают. Поэтому они заинтересованы чтобы вы просили, они вам помогали. Когда люди говорят, вот, вам помогают эти силы, а что потом взамен заберут, вы же не знаете. Трусливые люди, они нацелены только на это, на запугивание, подавление воли. Ведь им же не, неприятно, что вы больше к этим могуйкам не ходите, не платите миллионы за безрезультатные дела, а просто берете и делаете сами то, что вам подарено. Нет, друзья мои, ничего они у вас не возьмут. Почему? Потому что им выгодно вам помогать чем больше они делают добрых дел тем больше в их копилку и со временем они поднимаются выше и больше становится их эгрегор вы питайте их откройте пожалуйста плата за удачу добро и зло мою лекцию ты раб или свободный мою лекцию и посмотрите внимательно вы сразу все поймете у вас все вопросы насчет платы и всех этих запугиваний и пугалок все отпадут Потому что, ну, там очень подробно объяснено, по новой сейчас объяснять времени нет. Там целый час объясняется. Итак, просите этого духа. Сколько раз произносить? Три раза, семь раз, двенадцать раз. Иногда, может, и забудете, не страшно. Главное, несколько раз произносить. Потому что духи тоже видят волнение человека, они сразу же слышат. Но просто когда мы произносим несколько раз, мы как пробиваем пространство, понимаете, энергией вот этой энергетической волной бьем, рушим стену, чтобы нас услышали. Текст будет, как только Яна освободится, она, она печатает. Вы не представляете, какой у нее труд. Вот она сегодня легла спать в 6 утра, если она еще и спит вообще. Хотя сказала, обещаю, да, да, в 6 я лягу. Она всю ночь книги упаковывала, потому что она вторник, во вторник отправляет, и вот она просто до утра упаковывала. Пошла пару часов, может, поспать, чтобы поехать отправить. Это во-первых. Во-вторых, человек с такой нагрузкой все равно сидит, печатает. Все время, время печатает ритуалы. Они всегда есть. Если вдруг под роликами не находите, на э, в форумах сайта всегда найдете. Набирайте просто, вот любой ритуал мой, смотрите, вам нужен текст. В Гугле набирайте рядом ведьмина изба. Выйдет форум сайта, где этот текст есть, потому что мы даем девушке, которая ведет, ну, то есть, э, смотрит за сайтом, все время там пополняет и так далее. Она все время ставит сразу же тексты мы отправляем, она сразу же загружает ролики туда, сразу же тексты ставит. Вот, поэтому это не вопрос, вы найдете. Я уже столько сказала, объяснила, как найти что, чего. Я уже думаю, что... Ну, я уже, уже совсем надо будет глухонимым, чтобы меня не услышать. Это армянский язык, основанный на, на армянской древней традиции магии. Вот так скажем. Յոթեվանի արինձ մոտ սարից քարից ճանապարից հողից օթից դևից աշխարակալ արևից աստվածներից հինդիցերից ողիներից հոգիներից բրկության դռներից բերից վարից քարից սարից գետից ծովից բախտտվողից մորից տատից օրորոցից երկրի ծոցից մոգեսից ու ծից ամեն տեղից ամեն ցեղից 1 տեղարի ու ինձ բրկի Եщё раз յոթ Տեվանի արին ծմոց արից քարից ճանապարից հողից օթից դևից աշխարակալարևից աստվածներից հինդիցերից ողիներից հոգիներից բրկության դռներից վերից վարից քարից սարից գետից ծովից բախտվողից մորից տատից օրորոցից երկրից ծոցից մոգեսից ու օցից ամենտեղից ամենցեղից 1 տեղ արի ու ինձ ֆրկի отправили, не буду сейчас говорить, очень древние, там такие сильные работы. Вот удивительно, что столько лет, ну, особо не обращали внимания. Ну, видимо, не интересует просто людей эта сфера, они просто, видимо,